Большой праздник для больших семей. Общественная организация «Колыбель» организовала новогоднюю елку для многодетных ивановцев. Это семьи, которые состоят на учете в «Колыбели», многодетные семьи, от 3 до 6 детишек, вот тех, что здесь сегодня. А так у нас семьи и 11 детишек есть. Ну, больше пока вроде бы нет, но вот такие большие семьи, которые очень нуждаются в совместном проведении досуга, которые дети прекрасно воспринимают такие мероприятия, и причем они здесь все еще и получат и подарки. В программе мероприятия вкусный ужин в уютном ресторане и новогодний спектакль «Как Иван не дурак купил ум за пятак», подготовленный артистами Ивановской государственной филармонии. Так вы и сказали, а то в какой двор не приду. Везде дураком называют. А я вот возьму и пойду к этому черту лысому. Попрошу у него ума! В таком формате праздник проходит во второй раз. А все благодаря надежным спонсорам и партнерам организации. Я здесь первый раз, и мне здесь очень нравятся концерты, бургеры, картошка. Хотелось бы здесь еще несколько раз побыть. Вот на такие мероприятия какие-то. Ну, не всегда есть возможность детей там вывести куда-то, да, а здесь праздник. А, очень понравилось. Довольны дети, все довольны, смеются, сидят, радуются. Подобные праздники – это лишь часть работы Общественного комитета защиты детства, семьи и нравственности. «Колыбель» приходит на помощь как будущим, так и уже состоявшимся мамам, когда они оказываются в безвыходной ситуации. «Колыбель» в моей жизни появилась, когда я ждала 3-го ребенка. Вот. У нас были определенные материальные трудности. Вот нас тогда «Колыбель» поддержала и коляску нам дали. Благодарна этой организации, потому что она делает жизнь нашу более яркой, более интересной, насыщенной. Как ожидалось, в завершении праздника к детишкам пришел Дед Мороз. И, конечно же, не с пустыми руками. Принес подарки. Верить в сказку и чудеса начинают даже взрослые, когда на пути им встречаются неравнодушные, отзывчивые люди. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.